И напоследок совет от одной из жительниц Австралии. Если вы стоите на берегу реки, кишащей крокодилами, и один из них хочет съесть вашу собаку, просто снимите шлепанец с ноги и замахнитесь на рептилию. А лучше громко хлопайте обувью по руке. Вот эта бесстрашная женщина наглядно показала. Прием работает, правда, вряд ли кто-то еще решится с таким невозмутимым видом прогуливаться неподалеку от этих грозных хищников и тем более отмахиваться от них тапком. Но на всякий случай предупреждаем, лучше не повторять. Это действительно опасно для жизни.